Казахстане ожидается самая высокая динамика экономического роста среди стран ЕАЭС. Такие прогнозы озвучил председатель правления Евразийского банка развития на встрече с главой государства. Николай Подгузов также рассказал о ключевых проектах банка, направленных на содействие социально-экономическому развитию Казахстана и других государств ЕАЭС. В их числе проекты по развитию транспортных коридоров север-юг, Западная Европа, Западный Китай, создание единой товаропроводящей сети и модернизация водно-энергетического комплекса Центральной Азии. В общей сложности ЕАБР планирует направить на эти проекты около 1,2 миллиарда долларов США инвестиций, а в экономику нашей страны банк инвестирует в ближайшие 5 лет около 4 миллиардов долларов.